Очень интересная история, которая заняла первое место. Вот здесь у нас проходит голосование в закрытом чате для того, чтобы не было всяких накруток и прочих интересных интересностей. Вот здесь у нас проходит голосование по альбомам, потому что оно висит несколько дней. Вот здесь у нас проходит голосование по синглам, которое висит недолго, поэтому там могут быть какие-то репосты от артистов, кому это интересно. Но тем не менее, это в любом случае аудитория живая, настоящая, поэтому сейчас там проходит голосование по синглам, которые мы послушаем после альбома. Вот, ну, про плейлисты, я думаю, все и так прекрасно знают, да, пока они не очень заполнены, зато есть там плейлисты за 21, за 22 год, за 23 потихоньку что-то уже начинается. А мы переходим вот к альбому «Каспийского груза». Очень интересное, так сказать, возвращение ребят. Что они нам покажут в 23 году, какую музыку они нам расскажут, потому что они очень текстоориентированные, текстоцентричные. Вообще мне очень нравится то, как мы начинаем этот год. Мы начинаем с «Смоки Мо», «Словетский», «Каспийский груз» теперь, да, то есть прям очень-очень круто. Очень круто разносторонне получается. Верю, что Брутто прям особенно должен нам текст на десяточку выдать. Этот человек очень заморачивается не только с реализацией образов и харизмой, но еще и с текстом. Потому что все парты гостевые, которые мы слушали это время, он прям такой молодец. Я вот единственное, что не знаю, у нас вот тут этот «Каспийский груз», по-моему, нету, да? Мы же типа ничего не оценивали, да? Да, у нас ничего нету. Это будет первая история, да, «Каспийского груза». Вот у нас на сайте карточки артистов, да. Но «Каспийский груз» нету, у нас ничего не оценено. Они же не распадались. Да-да-да, мы ничего не слушали. И вот у нас возвращение. Ну, примерно, что это такое, мы знаем. Гораздо более интересно посмотреть, как это, да. В конце декабря 21-го группа анонсировала приятный сюрприз, который был запланирован на январь 22-го. Приятным сюрпризом оказался 6-й мини-альбом «Каспийского груза», то есть на год они задержали, да? Да, который выходит на десятилетие группы. Последний совместный релиз ребят выпущен в 17-м году, после чего Брутто и Весси работали над сольными проектами, да. «Осторожно, Краш», но больше похож на продолжение «God Damn» от Брутто с постоянным гостевым куплетами от Весь, чем на обычный релиз «Каспийского груза». А, ну понятно, понятно. Спустя 24 часа после выхода альбома попал в топ-чарт ВК на второе место. А в Music он вовсе был на первом месте. Ну, конечно, конечно. Я думаю, что это прям событие, на самом деле, для фанатов. Это событие даже не для фанатов, просто для людей, которые хотят посмотреть, что из этого получится. Как вам? По-моему, заебись. Рад, что вам понравился релиз. Мы старались. Что сказал Брутто о релизе? Вот. Ну, я не сомневаюсь, что ребята старались, потому что, ну, важно им все-таки показать свое возвращение, так или иначе. Я думаю, что это должно быть хорошо. Слушаем внимательно. То есть здесь, да, тут у нас должна быть пацанско-бандитская лирика с очень сильной атмосферой и с глубоким интересным текстом, чтобы мы погружались в повествование и шли по истории вместе с артистами. Очень верю я в то, что это будет именно так. Такие вот у меня субъективные ожидания. Какие у вас, я не знаю, можете написать. Давайте послушаем. В принципе, не особо-то и заслоупочили мы, да? Да, не особо заслоупочили. Погнали, сразу же слушаем. «Осторожно, окрашено», let's go, бам. Либо вернусь, либо убит или в тюрьме. Сделаю уроки. Неплохо. Садиться не надо. Осторожно, окрашено. Да, прям одноименный трек с альбома. Это как и интруха, и первый полноценный. Можешь положиться на брата. Можешь даже не спрашивать. Садиться не надо. Еще та не погашена. Не допускай беспорядок, не подпускай к себе ряженых. Важно, кто с тобой рядом, и чтоб ходы все налажены. Можешь положиться на брата, можешь даже не спрашивать. Садиться не надо, осторожно окрашено. Под сто лошадиных позади погоны. Называя этот спорт конный. Детство закончилось, а вот ребятки вряд ли. Играть с погонами когда-то закончат в прятки. Изо дня в день хуетень, но я не вспотел. У пацанов на запястьях далеко не Cartier. Пока ты топал, они по этапам там скитались и следят за ними, как за правильным питанием. Беда одна, не приходит, вышибают двери. Ты стучишь на нас, мы стучим по дереву.
ночной тиши, если услышать топот ног, это значит одно, разъебут теремок. Отпевали близких, в ноты не попадали. У нас длинное в жизнь, заруба с ментами. А Виталик вдруг понял, что устал ментально. Теперь Виталик в Италии. Время покажет, кого в себя спрячет багажник. Самих под стражей имена на карандаш. Криминал — это личное дело каждого. На этом каждого. Бите весь кого-то прикольно звучит. Ну а как же? Мои ребята уезжали за ношение, за нетрезвое вождение после лишения. По моему мнению, мы не пример. По моему мнению, мы уравнение. Уравнение с тремя неизвестными. Нападение тремя неизвестными. Я делал кэш между местными и неместными. You better invest in me. Наши мутки как секс с женой. Давай только быстро. У каждого из нас есть визитка юриста. Перчатки, балаклава, ствол, скотч, канистра. О подозрительных предметах сообщи машинисту. Я люблю игривых сучек по антикристам. Боря скинул ствол в карьер, думал стал карьеристом. Борю борят мусора, Борис по баристам. Борис теперь варит чифер, Борис бариста. Криминал — это личное дело каждого. Но у них есть личное дело на каждого. Мы не пример, мы уравнение, но оно простое, как дважды два. Садиться не надо, осторожно окрашено. Холостые ребята. Ну, по тексту, да, вот, в принципе, отлично. Спасибо, что продолжает стараться, да. Положиться на брата. Хорошая игра слов, очень. Можешь даже не спрашивать. Хорошая игра слов. Садиться не надо, и счета не погашено. Не допускай беспорядок, не подпускай к себе ряженых. Вот насчет припева, честно, непонятно насчет припева, как он с куплетами сочетается. Можешь положиться на брата, можешь даже не спрашивать. Садиться не надо, осторожно окрашено. Как вам сочетание припева с куплетами именно? Очень интересно идет некоторым таким, да, выходом из такта, определенным образом оффбитом, да, брутто. Ну, оффбит, конечно, это не совсем правильно, потому что оффбит — это когда ты сбиваешься с рисунка. Он с рисунка не сбивается. Он начинает позже такта и вылазит немного за него, да, и вот у него такая специфическая манера структуры получается. Достаточно однообразно она идет ровно, но здесь упор идет на текст. Упор идет на текст, вот это все, что с Борей связано, в особенности, да, интересно вот эта история Bad Invest Me, там, да, кейс местным уравнением, пример, там, каждого-каждого. Да, очень интересная история. Спасибо за то, что между куплетами не стали втыкать, там, припев, очень долгий припев. Блин, честно говоря, ну, как интруха звучит и не совсем сочетается вот с атмосферой куплетов, на мой взгляд, субъективный. Хрон, да, хрон не душит, потому что мы погружаемся в историю, она нас улыбает, она нас закидывает в рассказы ребят, да, она нас закидывает в ту атмосферу, о которой они повествуют. Тут можно по-разному относиться к романтизации вот этой истории, всей вот этой истории, да, так сказать, бандитской, арестантской истории, абсолютно по-разному, кому-то это близко, кому-то это нет, но ребята умеют это делать, 100%. И что касается качества, они это делают очень качественно. Они делают это просто понятно, при этом хорошо играя словами, четко чувствуя атмосферу. Ну, то есть, это работа высокого уровня. Реально. Это не моя история. Лично мне субъективно не очень близка вся эта история. Вот, но это круто. Реально. То есть, отдать должное этому полюбасу стоит. За текст интересный, за атмосферу. Прям вот весь ништяк влетел, прям я вот тут кайфанул. Здесь тоже смотрю куплет Брутто, как они хорошо сочетаются с припевом. Не знаю, припев как будто отдельное интро, вот честно. То есть вот как будто бы это надо было вообще отдельным треком запустить. Отдельным треком запускаем припев. Может быть, какие-то еще слова, так сказать, приветствия, да, там какая-то музычка. И потом, в продолжении, вторым треком, вот просто лично свой взгляд рассказываю, да, пожалуйста, кому нравится, супер, я за вас безумно счастлив. Я вот видел бы так, чтобы я, допустим, мог репетить этот трек, просто потому что он интересный по тексту и по харизме. Припев — это отдельное интро, потом после него на тот же бит, как бы в продолжение трека, начинает сразу играть куплет, может быть, какой-то легенький бриджик, да, и буквально там одно повторение, да, одно повторение.
аккуратненько, где-то там, местами, и все. Это чисто интро в чистом виде. Интро в чистом виде, потом начинается трек, который заключается в двух куплетах и каким-то небольшим припевчиком, может быть, еще. Вот так вот. Да, по поводу текста я говорю, это, в принципе, ожидание, это очень важно. И понятно, что они крутят одну и ту же тему, да, они крутят, смотрят ее, вот у них есть вот эта тема вся, да, вот, и они крутят ее вокруг, с какой бы стороны к ней подойти, как ее осветить, как рассказать, вот эта вся история, там, менты, дела, делишки, все вот эти бам-бам-бам-бам истории вокруг, я говорю, да, там, бандитско-арестантская романтика, они ее видят, чувствуют очень хорошо. Очень хорошо. Это, кстати, тот самый случай, который очень часто вот приводим мы в пример по поводу того, что ребята сами говорили, что они от этого всего довольно-таки далеки, да, просто им это близко, так сказать, по духу, да, им это нравится все, и они об этом умеют повествовать. И вот тут вопрос, да, типа, опять же, true, не true, что есть true вообще, что есть true творчество? Кто-то говорит, что true — это только то, что, типа, ты проживал вот именно непосредственно, да, ну тогда я не знаю, там, к тому же кругу, не знаю, вопросы могут быть, да, но, на мой взгляд, их не должно быть, как и к этим ребятам, потому что они прямо говорят, что, типа, мы вроде как и не при делах, да, вот, но при этом им нравится это, и им это не... у них это получается не фальшиво, не наиграно. Вот что. Поэтому, как мы, в принципе, и говорили с негативом на совместной трансляции, true — это тогда, когда ты делаешь то, что тебе действительно интересно. И совсем не обязательно, что там происходило это в твоей жизни, о себе ли ты пишешь и так далее. Тебе это должно быть по-настоящему интересно, ты это должен чувствовать. Мой взгляд в этом плане с негативом совпадает. Вот и все. Поэтому весь вопрос в том, насколько ты фальшивишь или не фальшивишь в пересказании своей истории, чисто как с точки зрения восприятия музыки. Поэтому, да, как Кровосток, который там, я родился, он и убили его, и вся вот эта история, ну, камон, да, типа. В общем, есть ребята, которые как будто проживают чужую жизнь, да, в песнях, и они делают это очень красиво. Мне кажется, тут та же самая история. Поэтому вот. Я говорю, да, как круг, вот, типа, ну, вот, в общем... При этом все его принимают, все слушают, да, и все отлично, все, все прекрасно. Потому что человек чувствует эту тему. Ребята, да, так сказать, более по-молодежному, да, раскидывают, более по-молодежному. Но у них есть, да, вот и харизма, погружение, и образы отлично у них, да, и по тексту хорошо идут. Не знаю. Хорошая история. Хорошая история. Слушаем дальше. Вот такой первый трек. В принципе, долго обсудили его как интро, как творчество в целом, наверное, да. Поэтому пойдем дальше, я думаю, быстрее. Гиопика. Очень интересный трючок у Гиопики был со Словецким, да? На Кедр, да, по-моему, назывался? На этом, на Монтане 3. Погнали. Нет, еще, да, продолжаем. Твои типы фантазеры, позеры. Мои типы боксеры, призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю сук, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев. Похуй, кто у них босс и с кем они по долям. Тут надо решать вопросы, не вся эта болтовня. Белым белым покрывали января. Эй, тут те, кто со мной рос, те, кто со мной с нуля. Тут те, кто роняют так же, не встать без нашей дыря. На белым белым покрывали января. Эй, красно-синие мигалки горят. Нас постелят ни свет, ни заря. На белом-белом покрывале января. Все, что мерили рублями, все зря. Нам останутся друзья и семья. На белом-белом покрывале января. Это трек сильный. На белом-белом покрывале января. Своих ребят я молодыми вспоминал. Из какой песни это? Не прогоняй меня, мороз.
хочу побыть сегодня я на белом-белом покрывале января до января. У нас иногда хипиш, иногда хавают. Не я в курсе за твои дела, похуй на аварию. Когда левый не достал, да, догонку рамка правую меняется. Под моментом. Тут пацаны воюют. В нашем краю твою крию исчезнет как вид. Будет искать следы копыт, следопыт. Будто закат от цвета алого в глазах рябит. Я как забит, Магомед Шарипов, ты забит. Дальше только да, кладбище, как Магомед. Я обещал. Любим так что бейс, в вопросах разберись, а не вещах. На брюках стрелки и на стрелку. Нам баллы не поставят, от того спел. Как в детстве мелом некрасиво рисовал людей. Чарисовать легче, мощнецкая песня вообще, очень топовая. 100% в плейлисте сидит. Дом, собак, жену и детей. Мы виснем с пацанами везде, кроме виселицы. Спокойнее себя веди, чтобы не выселиться. Но виной всему случай, бля, и вуаля. Свежий дыхал белого покрывала января. Я ни на что не сетовал, начнем-ка с этого. Нас потаскало так, что вид как у отпетого. Увижу многое, о многом осведомлен. Пока не сравняют с землей. На белом-белом покрывале я. Топ, вообще, топ, топовая песня. Своих ребят я молодый не вспоминал. Не прогоняй меня, мороз. Залетает в плейлист. Хочу побыть РЗТ сегодня 23. Я на белом-белом покрывали января до января. На белом-белом покрывали января. Гениальный припев. Своих ребят я. Тыкайте оценку этому треку. Тыкайте оценку этому треку. Не прогоняй меня, мороз. Хочу побыть сегодня я. На белом-белом покрывали января до января. 4 минуты, опять же. Вот, пожалуйста, Хрон, 4 минуты. Никаких проблем. Если есть о чем сказать, если есть работа, большую работу очень, здесь проделали продюсеры этого трека. Ребята, которые сделали музыку, да, а именно они сами, как я понимаю, да, Бруто и Весь. Очень круто. То есть здесь настолько драмка, вместо того, чтобы делать большие разнообразия именно в речитативе, в подаче, это за них делает инструментал, чтобы песня не была однотипной и не надоедала. Очень хорошо вступает, меняется драмка, дает иногда работать, вступать артистам. Начальные четверки хорошо, легко воспринимаются. И спокойно перебирают они, играют с текстом по-прежнему. Очень сильная песня, при этом она совмещает в себе, знаете, она очень интересный симбиоз имеет, она вроде как андеграундная максимально, при этом она аутентичная и как будто бы она рассчитана даже на широкую публику, в том плане, что она вот, короче, это попсовый андеграунд, если так вообще можно сказать, да, то есть вот этот напевки этники вот этой, да, в аэрбэком, которые идут, вот этот сэмпл, да. Вот эта история, или сэмпл, или это напевки авторские, как будто бы сэмпл откуда-то. То есть тут есть какая-то история, которая прям, ну, такая максимально понятная, максимально, может быть, попсовая. При этом это чистый андеграунд, да, в чистом виде. Вот такая вот история, короче. В общем, вот сюда залетело оно, вон туда, если быть точным, да, в альтернативу 23. Заходите, смотрите, чекайте, друзья. Вот так вот, андеграунд чем выделяется? Выделяется ровным речитативом, выделяется классическим битом, чаще всего бумбэпом, без каких-то новых мотивов, без автотюна, без дрилла, без каких-то историй сложных синтами, синтезаторами, с каким-то там 808-м, какими-то киками сложными и прочими вещами. Вот, поэтому такая история. И, соответственно, самое главное — это текстоцентричность, когда люди делают парты не на аэрбэках, да, то есть это не Трэвис Скотт, это не Ганна, очень мало пения, очень много речитатива, большие куплеты смысловые, и флоу меняется обычно очень мало раз, потому что ребята доносят суть, и ты слушаешь текст. То есть эта музыка, хоть она заставляет качать башню, это музыка для головы, что
что музыка делится на два типа, да, ну, на базовых два типа, рэп имеется в виду, да, на музыку для тела, где ты просто флексишь, да, и все, не задумываясь, радуешься там или грустишь, и музыку для ума, когда ты думаешь о чем-то. Вот. Это музыка для ума, по большей степени, хоть она, конечно, с определенной, так сказать, историей, да, но тем не менее. Круто, короче. Да, сэмпл на белом покрывале января, сладкий сон, группа «Сладкий сон». Понятно. Следующий трек «Преступник». Ну, в общем, на белом это прям... Ну, на белом, вы понимаете, да, на белом покрывале, на белом... То есть оно у них всегда идет игра слов, всегда идет двоякий смысл, да, на белом осуждающем, да, в общем. А, следующий трек «Преступник», трек номер 3, погнали. У меня лицо будто сидел, у тебя лицо будто на нем кто-то сидел. Я наделал дел, ты наделал от моих дел. Наручники надели в отдел. Сколько ходок у моей аудитории? У нас больше секретов, чем у Виктории. Да, я не снимаю истории. Да, я влезаю в истории. Север, солнце над морем на запястье. Проглотил якорь, съебал санчасти. Угнал Пежо, сдал на запчасти. Забрав иконки с бардачка, это на счастье. Не произноси, ауевсуя. Законы пишут, сроки рисуют. Исполняя в караоке воровскую. Пацаны рискуют. Плетки запеленал. Намечается криминал. Тут не пахано целина. То ли свой уделена. Нужно, чтобы ты в мехае, малая в мехах. Есть связи на дне в верхах. На голове залысина и седина. Но мы что-то еще мутим, старина. Тут даже слово, да? Что вы умеете делать? Все, стрелять, варить халу. Подковать жеребца, вскрыть, поделать документы, принять роды, написать статью, петь. Похуй, сколько у тебя там антител. Узнал про мои 5 дел, и ты припотел. Огнестрел для меня звучит как джингл беллс. И все, что ты имел в виду, уже кто-то имел. Ты нарвался на кавказскую борзую. Не газуй путевку, быстро тут организую. Безвизовый строгий режим. Дай бог нам все пережить. Да пойми, тут найти себя можно и в поле. Грустнее, чем про мамонтенка, это песенку спойни. А факт, что ствол холодит поясницу, меня не беспокоит, но всем, бля, беспокойнее. И мы по коням, уёбкам не давать покоя. Едем в Балагое на дело благое. А я в двух случаях опущу глаза. Передо мной либо хасбик, либо покойник. Плетки запеленал. Намечается криминал. Тут не пахана целина. Доля уделена. Нужно, чтобы дым в меха и малая в мехах. Есть связи над ней в верхах. Да. На голове залысина и седина. Думаю, что ты еще мутим, старина. В конце как будто бы слишком вот это много часто повторения в аутро, да, преступник-преступник, как будто не стоило, потому что здесь его и так достаточно много по тексту, по треку достаточно много его, и хорошо, когда оно, ну, вот здесь вот прям подряд, да, тут вообще нету, как бы тут и на Идлибах история немного выкатывает, да, в припеве оно есть, но тут аутро такое, как припев без припева, просто с аэрбэками, да, вот этими и все. Немножечко устаешь от этого, чуть-чуточку, да, чуть-чуточку. Особенно после припева. Интересно, да, то есть припев от Брута идет здесь. Угу, припев вот весь. Структурка интересная здесь. Да, интро есть, аутро есть, но в целом такое, да, момент вот с этим преступником. Шикарная песня опять. В целом шикарная песня.
такая более она модненькая с точки зрения продакшена, с точки зрения речитатива и текста. Вся та же классика добрая, старая их. Интересно. Очень неплохо. Как будто даже добавить хочется в плейлист. Добавлю. Альтернативу, второй трек, погнали. Кайф, верите, но. Я уже все это видел, бро. Буду старать. Так, да, сразу, да, залетел. Мы крутимся в Москве, сири, бро. Крутимся, как верутино. Надеюсь, ты не в обиде, бро. Но не надо меня тянуть. Нелепто, да? Я уже все это видел, бро. А не написано, да, нигде, что нелепто есть. А он тут есть. В старые мобили, старые контакты. Чё ты, где ты, как ты? Там, откуда я поднялся, ты остался. Думал, я зазнался, а я осознал всё. Каспийский груз на каждом побережье. Сквозь 10 лет на районе все как прежде. Бля, многие в той же одежде. Там как будто по ТВ до сих пор Брежнев. Там будущее известно. Там улица наш инвестор. Там держится все на честном. Там кончается все арестом. Помнишь гимнастку, я был с ней из-за растяжки. Сейчас она уже мама, у нее растяжки. Живет там же, живет так же, живет тяжко. Та же пятиэтажка. Йоу. А я не игрок, но еще в игре как Мауриньо. Вот так, да? Не все былое поросло полынью. Воровал, воруешь, будешь воровать. Ведь что-то из этого точно present continuous. Мой старый круг меня всегда примут. Но мой старый круг криминальный их как всегда примут. Их по сто раз закрывали и пать прославились. Я тоже был там, мне не понравилось. Не понравилось. Я бы помог, но мне не хватит денег на их веру. Я думал, помогу не своим примером, но я не пример. Средняя песня, весьма средняя. А им поебать. Воровали, воруют, будут, бля, текст, уже текст все хороший. Видел, бро. Буду старое кино. Текст хороший, что-то не то с треком. Крутимся, как верутино. Надеюсь, ты не в обиде, бро. Но не надо меня тянуть на дно. Я уже все это видел, бро. Заведут дело в полоборота. Песня другая, но все те же ноты. Счастливая жизнь была прошлым лотом. Важно, что в багажнике, а не под капотом. Неплохо. Те же разговоры, там те же причины. У кого взять, кому пробили бочину. Шагом уверенным, да за решетку. Бывал пару раз, ничего не нашел там. Им не впервой, так что и не страшно. Схема налажена, украла под стражу. Звук огнестрела, АСМР. Не проси, не бойся, не верь. Все старые замуты поставил на мьют. Если ты сядешь, я про тебя спою. Видишь одну дорогу, но нам не по пути. Как ни крути, в былые времена, былые номера. Вот это, да, история. Вышел из бумера и сразу помирать. Арифметика простая, чисто дважды два. Не быть как тюрьма, я это уже видел. Мне это за глаза. Сказать, что не хочу назад, ничего не сказать. Можно на меня равняться, как бы не так. Воровали, воруют, будут воровать. Я уже все это видел, бро. Буду старое кино. Мы крутимся в Москве, сири, бро. Крутимся, как верутино. Надеюсь, ты не в обиде, бро. Но не надо меня тянуть на дно. Я уже все это видел, бро. Как будто аутро немного. Все уже пройдено давно. Я уже все это видел, бро. Короче... Странная песня. С одной стороны, не очень хорошо сочетаются вот эти парты с переходом бита. Скучновато идет трек. Тот момент, когда предыдущие 4 минуты звучали гораздо быстрее и ровнее в треке на белом, чем 3.30 нынешние. Скучный припев. Есть ощущение просто какого-то аутро, как будто бы вот типа... Вот у тех, кто стремится и живет вот так, о чем мы поем, типа все... Также они живут, как будто у них по телеку Брежнев. В общем-то, в этом есть база, да, так или иначе. И как будто они завершают это, этим треком вообще чуть ли не цикл вот своего вот творчества об этом всем, да, такое ощущение.
Ну, у нас, тем не менее, идет дальше два трека. И вот если «Осторожно окрашено», ну, окрашено, типа, имеется в виду, там, так или иначе окрашено, там, и мелом, да, окрашено, и так окрашено, и так окрашено. Не садись окрашено, то не... Ну, то есть, опять же, это игра слов, все, да. Вот. И здесь вот это веретено, да, веретено времени, да, веретено, короче, вот, типа, оно вот накручивает, накручивает, да. И рассказывает ту же самую историю, ту же самую шарманку, короче, по сути. Как будто бы это, да, какой-то выход из этой истории. Как будто бы выход это из этой истории, ребята говорят, типа, блин, типа, ты сядешь, я об этом спою, типа, ну, типа, вот, типа, не надо это все, короче. Вот такое ощущение. Как песня не удалась, мне кажется, на мое мнение. Слишком все по-разному это звучит. И парт не лет, и все какая-то вот мешанина и куча. Как настроение очень завершающее, очень аутро. Целостности в этом особо нет. Вот как аутро, супер. Как песня, к сожалению, нет. Поэтому... Поэтому нет, 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 нет. По тексту вообще без вопросов. Да, текст крепкий, сильный, переплетают текст обалденно. Но песня это совокупность. Следующий трек «Ночь», Хорус АТЛ, фиточек. Интересно, будет тут какая-то электронщина, да, там добавлена немного в стиле ребят, синты какие-то или там рейвчик, EDM. На улице типа ночь. И в помещении, кстати, тоже. Нет, да? Надеялся на своих, спас прохожий. 8 на живых еле дожил. Врач, что поэт, Бог поможет. Я из районов заводских. Живу на своих настройках заводских. Все по совести, все по-людски. Каждому городу свой галицкий. Из нас воспитывали незаметных. Часто, да, мы из многоквартирных и многодетных. Совок хотел, чтоб не было богатых. А надо было хотеть, чтоб не было бедных. Базар. Микрозарплаты и микрокредиты. Мы будем хорошо смотреться только в микроскопах. Малой снимает с магнита напротив магнита. Малой поднимает с прикопа при копах. Уличные драки — это мой спорт. Навальный — это N-word. В этой стране простые люди ничего не решают. А как же кроссворд? В наше время очень мало любви. У суки в голове лавы, еще что-то в крови. Я что-то сказал, я грязный Луи чемодан. Она подумала, я испачкал чемодан. Это LV, прикинь. Я люблю зоны только Black Edition. Скручивание пятки — мой лучший любимый сабмишн, да? Как бы мы ни поднялись, мы все равно ну вориши. Дети спят, давай потише. Куча мыслей в голове, мороз по коже. 8 на живых, еле дожил. На улице типа ночь. Вот этим мы подытожим. На улице типа ночь. И в помещении, кстати, тоже. В двери открытые бежали, задели порожек. Хоть и проще умножать, мы все вычитаем. Не умрем от ножа, да, так получим по роже. В нашем районе не припаркуют Бентли. Наш район бедный, и если верно говорят, что много думать вредно, вредно. Каждый второй дожил бы до победного. Тут до зоны два шага, прыг-скок, да и срок. Не веди себя так, мол, тебя пронесет. Жизнь как будто бы игра чисто в одну калитку. Мы оставим только имя, набитое на плитку. Не таксист, но тоже временно, тут, а потом. А потом. Пробьем свой потолок, даст Бог. Сменил пиджачок на робу, уже не то. И не до понтов. Все уже не до понтов. Время подводить итог. Чувствуешь, как кровосток наполняет кровоток. Под ребром уже потоп. Натекло, поди с ведро. Да уж так себе видок. Небо черного гудрон. Окошки превратит в квадратики Малевича. Путь предсказуемо закончится, но на воде вечем. Никто не сможет ведь вернуться в прошлое. Ну разве только Макаревич. Сирены скорых выли, не в попад. Вокруг ментов толпа, что шли на запах крови, как койоты. Если все шлюхи и ублюдки попадают в ад, то в чем тогда его отличие от моего района, где мы росли в традиционно бескультурных ценностях. Словить ковид — единственный твой шанс завируситься. Тут царь не в голове, и жизнь давно не драгоценность, а оппозиция в коленно-локтевой позиции. Вокруг все синие, и не от голубых кровей. Пусть 90-е прошли, но до сих пор их дух витает. И если много на себя берешь, как мусор,
муравей, то на тебя все смотрят косо, будто ты живешь в Китае. Живем по принципу украли, выпили и сели. Нужны только прокуратуре и военкомату. Ведь большинство из нас растили в однополых семьях, что состоят из бабушки и мамы. Здесь не до смеха, хоть и положение щекотливое. Какие тут уж планы на ближайшую субботу? Я знаю только пару способов, чтоб стать счастливым, но ни один из них не работает. Я затылком приложился, а бордюр холодный. Из окна играл знакомый всем ансамбль и народный. На районе номер 9 аж праздничным духом веяло, когда кто-то вешался на гирлянде новогодней. Как будто книга, я раскрылся нараспашку. Исписанный пером лежал, немного кровью кашлял. Ведь это какой-то sci-fi в недалеком будущем, где лазерной заточкой резали главного персонажа. 2108 от Рождества Христова. Спасибо Богу за науку, жили-были долго. Все безногие воины клонов отрастили новую. С экрана солнце лики улыбался, как Джоконда. В эмбрионовых полях вкалывает хлебороб. Он зарабатывал на гроб еду и хоть какой-то кров. На окраине трущоб, там где мусорный небоскреб. Ребенка человека щемит, мигрант-андроид. Опять бы ПЛА летят над зоной. Люди в черном стучатся в поисках крамолы. Нам мир нарисовал ребенок с лишней хромосомой. Нет, это не слезы, это просто газ перцовый. Но мне уже без разницы, я распят на асфальте. Голодный бомж мои карманы шмонал на закате. И пусть я буду хлебом для этого бедолаги, чем эта дистопия да концентрационный лагерь. На улице типа ночь, я до утра не дожил. Пока ждем теплый катафалк, давай подытожим. И сколько б не было вариантов мультивселенной, везде одно и то же, все одно и то же. Везде одно и то же, все одно и то же, вот. Везде одно и то же, все одно и то же, yeah. Везде одно и то же, все одно и то же. Странное окончание. Здесь решили прям сделать максимально текстоориентированную историю, максимально от всех. То есть бит совершенно, да, не дает нам даже и толики, да, какой-то коммерции, даже малейшего намека на разнообразие. Исключительно поток мыслей, большой поток мыслей. И от Хоруса огромный куплет, и от Отелло огромный куплет. Концовочка немного странноватая. Здесь исключительно повествование. То есть это у нас получается такой андеграунд в чистом виде, да, где MC отличают только своей самобытностью и умением ткать текст красиво. Очень интересно и самобытно смотрится и АТЛ, в том числе и Хорус. То есть все отличаются конкретно, очень самобытные вайбы даже на этих битах от них. Не знаю, насколько они... В данном случае АТЛ, насколько он сочетается. Здесь вот как будто начинает... Как только он начинает читать под этот бит, как будто дополняется инструментал какой-то мелодии, да... И демочка как будто бы какая-то начинает так чуть подыгрывать, будто бы. Ну. Хорус хорошо сюда вписывается, да, со своим андером, прям ништяк. Все хорошо рассказали. Полетит ли эта песня в плейлист? Нет. Как песня для репита, как будто бы она неинтересна. Она интересна послушать мысли ребят. Послушать их мысли, согласиться, не согласиться, покачать головой. Именно прослушать — это как вот какое-то одноразовое обращение. Для меня лично так это было. Можете написать, как это для вас, да? То есть вот они высказались, ты типа такой, окей, я тебя понял. Вот, потому что если до этого это были как бы песни, да, здесь это такой посикат все-таки, уже ближе к концу, хотя это посикаты по большей степени на лонгплеях, да, и там много народу. Ну, это тоже самая история, да, народу действительно много здесь. Больше двоих-троих это уже посикат все-таки, да, наверное. На три четвертых обычно где-то он идет, в общем-то, здесь, можно сказать, тоже такая история. Ну, да, и посикаты, наверное, тоже не совсем добавляются в плейлисты, они как... Как явление присутствует, да, типа вот так вот ребята думают обычно, там все высказывают свои мысли. Можете написать, что думаете по поводу этой песни, трек под настроение, очень на любителя. Ну, в общем, типа послушать и кайфануть, да. Очень однообразный бит, однообразно все читают. Исключительно харизма артистов узнаваемых и текст, текстоориентированность, все. Вот, за текст, да, супер, спасибо, рассказали хорошо, закончил Отелло странновато, честно говоря. Странновато закончил он, как-то, типа, а, что, типа, все одно и то же, как одно и то же, он же рассказывал про
будущее, ну и в будущем одно и то же, и вот в других это типа все одно и то же, да, типа и будет одно и то же, и вот люди типа и бомж доедает, и бам-бам, типа все вроде поменялось, а по факту ничего не поменялось, да, ну ладно. Как-то так вот. Ну ладно, давайте слушаем дальше, друзья, слушаем дальше. Да, у меня сегодня прям, прям маечка чисто под этот альбом. Следующий трек. Голос. Сделал в черных майках, да, и тут решил одеть эту. Мирави. Окей. Бруто и Энди. Среди быков, мусоров и блатных, на морально-волевых, в аморально-нулевых. Мой голос не стих среди седых. Снова я читаю стих про молодых. Помню, как покрасил кожанку, чтоб как новая. Прыгнул за баранку в полвторого я. Тряхлая девятка беспонтовая. Мы едем с ребятками в столовую. Все наши приключения, учения, грабежи для жизни обеспечения. Никто из нас не предавал, никто из нас не предавал даже значения. Дряхлая девятка беспонтовая. Мы едем с ребятками в столовую. Копы взяли нас в кольцо, будто садовое. А мимо дочь идет с отцом купить пижамку новую. Стрельба — это пуля на ветер. Если бы все были в бронежилете, не в этикете махать стволами при детях. Но все пошло не так в том 2003-м. Вот тебе рассказ о жили-были. Крики малой застыли в жиле. Гвоздики не растут на асфальте. Их туда положили. Коп реагирует, лоб-лоб. Ствол аплодирует, хлоп-хлоп. Кровь на асфальте, кап-кап. История, да, 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 вот про вот это вот. Коп реагирует, лоб-лоп. Ствол аплодирует, хлоп-хлоп. Скучная песня, честно. Кровь на асфальте, кап-кап, точка на трубу, пап-пап. На небе трещины, горы молчат, реки расплещутся, но её чёрт. Другой, да? Ну вот так вот, не так, не продолжение интро. Некуда деться, ночи без сна, холодно сердце, а вокруг тишина. Припев красивый здесь. Молодец, Мирави. О, ничего себе. Еще куплеты. Я думал, конец трека уже. Ну, что типа тут бруто только еще, да? Пап, открой глаза. Ты что, Соня? Пап, смотри, как я могу гадать по ладони. Вот эта линия, это дорога, говорит мама. Дорога в детский мир, чтобы купить мне пижаму. Просто моя, которая с губкой Бобом, она бестолковая. Ни в ней не снится ничего клевого. У Алисы всегда чудеса в волшебном краю. А я каждый раз стою и что-то выдумываю. Пап, а это что у тебя за бугорочки? Это мозоли от работы, дочка. У мамы тоже такие, только меньше немного. Мы с мамой играли в сороку белобоку. А вот линия жизни, вроде она это. Только она у тебя короткая какая-то. Ладно, дочь, хватит валяться. Сейчас умоюсь и пойдем собираться. На небе трещины, горы молчат. Реки расплещутся, но её чёрт. Ну да, типа. Додавить, короче, да, додавить. Слезодавка, короче, ну, не знаю. Как будто куплета сторителлинг, как будто здесь достаточно было вообще. Нет, трек не. Шикарно исполненный припев, но нет, песня в целом. Thank you.
странно, что этим треком заканчивается альбом, действительно. Вот прям веретено, прям четко. Вот после этого трека, в особенности, прикиньте, мы слушаем веретено. Что вот эта история, вот он, сторителлинг, да, голос. Вот она. И заканчивается, типа, веретено, да, вот, типа, ну, вот это все постоянно у нас одно и то же, и вот так будет. И я, типа, отсюда ушел, и бам-бам-бам. Как будто история. Мне кажется, порядок треков немного неудачный. «Осторожно окрашено» тоже можно было разделить историю. Но, тем не менее, тут у нас есть треки, которые мы добавили в плейлист. Второй и третий трек. Второй и третий трек. Очень сильные работы. Спасибо ребятам. Вообще, в целом, да, за то, что они... И как явление, в принципе, есть, да, как явление, которое оставили очень большой след в этой истории. Но на «Белом» и «Преступник» 100% залетели в плейлист. Очень живые и сильные треки. По тексту и здесь все в порядке. На самом деле, очень хороший сторителлинг. Ну, типа, да, все круто. Вот. Единственное, что припев и вот этот и бридж, да, очень долго, много тут его. И вот эта грустинка странноватая немного. Особенно после предыдущих треков нескольких. То есть заканчивает на этом свой альбом. Голос, да. Ну, им виднее, ладно, как бы. Но у меня в голове как-то не встало это в целостную картинку на самом деле. Вот преступник, да. Вот на белом преступник, веретено и типа все, да. И конец как будто бы. Но ночь хорошо, вот есть, вот веретено с голосом меняем местами, осторожно, окрашенно разбиваем на два трека. Чуть получше атмосферка заходит, структурка альбома, да, более или менее целостная получается. Что касается облоги, да, ребят. Что касается облоги. Ну, не знаю, да, прям какие-то у нас тут налетчики, да. Вот так вот они. Хотя они и про жизнь рассказывают, и про... Тут не просто, да, тут вот как-то облога не совсем коррелирует с происходящим тоже на самом-то деле. Как-то больше за жизнь, как-то больше историю. И все-таки есть сожаление в том, что они делают, да, есть грусть. И в последнем треке, в треке «Веретено» есть грусть. А здесь как будто, вот, смотрите, мы там типа бэм-бэм, сейчас устроим всем заваруху, да. Как будто облога не сочетается с идеями доносимыми, да. Тут просто преступники, соответственно. Как будто бы эта история, вот эта облога из трека «Преступник». Это облога не из альбома «Осторожно окрашено». Вот есть такое ощущение, опять же. То есть есть ощущение, как будто некоторой нецелостности релиза. При этом текст шикарный. Давайте оценим эту историю. Вот такое, в общем, мнение, да. В любом случае, это было интересно. Как минимум, два трека мы добавили. Так, артист, вот «Каспийский груз» у нас, да, будет здесь. «Осторожно окрашено». Альбом это у нас. Текст, я думаю, десятка, 100%. Потому что все ребята и все, кто были здесь на фитах, то же самое. И «Хорус», и «АТЛ», и «Геопика», да, вот эта вся их история. Мне кажется, это было достойно. Реализация от девушки Мирави, да, Мирави, я не знаю, прошу прощения, куда ударение ставить. Вот, в общем, реализовано хорошо, спето хорошо. Некоторые биты как будто, ну, слишком... Вот там, где бит меняется в особенности, да, не очень. Чистая запись, хорошо сведено, звучит нормально. Как эксперимент с разными битами тоже присутствует, да, как в каком-то моменте это отдает прям старым таким творчеством андеграундным, в каком-то моменте у нас есть что-то более свежее, какая-то даже попсовая история, будто бы, да, хотя тяжело назвать попсовый такой текст на 10 баллов с такой историей, да, но тем не менее, в общем, за реализацию стиля я бы поставил 8 баллов в целом, да, 8-9, наверное, даже, 8-9, я думаю, да, индивидуальность и харизма, почему 8, да, потому что все-таки некоторые биты и вот эта вот определенная затянутость, которая в структуре будет ставить, тоже нет, индивидуальность харизма 100% высокая, причем у всех, да, опять же, и Geopic хорошо сделали, и Мирави хорошо сделали, АТЛ, Хорус супер сделали, бит прочувствован там в Пусикате, вообще замечательно. Ребята очень самобытные, весь 100% десятка, да и Брутто тоже. Я думаю, 10 баллов можно поставить, точно, типа, ну, прям, железо.
Вот. Структура, ритмика. Ну вот местами, да, вот в последнем треке, в первом треке есть какие-то моменты, которые не очень сочетаются, да, между собой. Есть треки прям очень четко красивые. На субъективный взгляд, конечно же. Плюс, на мой взгляд, опять же, не совсем точно треки расположены по плейлисту, чтобы они нас вели, так сказать, четко по эмоциям. Да, вот это вот бах, оборвалось все вот на этом сторителлинге с девочкой. И как-то типа, и что, типа, это финальная история, вот осторожно окрашена, да, типа, не стоит этого всего делать. Как будто бы это шикарнее подчеркивал трек «Веретено», да. Не знаю, это более вступительный трек, на самом деле, какой-то такой, задающий мрачноватую атмосферу, да, такую. Текст, ну, текст мы оценили, в общем. Атмосфера вайб 4 балла. 4 балла, потому что больше треков на 3-4, вот 2 трека на 5 баллов есть, больше треков на 3-4 реально. И общая оценка тоже 4. И учитывая, опять же, структуру треков, которая здесь есть, трендовость и актуальность жанра, на тройку, на четверку. Не знаю, какие-то вещи. Больше на тройку, наверное. Больше, наверное, на тройку, я думаю. Да. Вот такая примерно оценка у нас получается. 60 баллов. Альбом месяца. Да я так не думаю. Обложка месяца точно нет. Хиты сейчас посмотрим. Альтернатива. Что-то можем добавить, я думаю. На какие-то другие вещи вряд ли идет история. Да, не претендует альбом, наверное. Как хорошее возвращение. Как радость для фанатов. Я думаю, что они сделали все очень круто. Много кто это послушает, кайфанет, поразбирает текста. Возможно, что-то мы с первого прослушивания, из единственного, да, не увидели, не уловили какой-то игры слов. Тем не менее, мне было интересно. Спасибо большое ребятам, это было очень неплохо. 60 баллов, да. 60 баллов. Сайт Риса за творчество здесь, я не знаю, Дима, наверное, пока еще не успел добавить, да? Вот. Нет, уже успел добавить. Дима, спасибо тебе большое. Вот у нас есть ребята сразу, да? Вот они появились. Единственное, что тут это средняя оценка за все оцененные альбомы, но учитывая, что альбом у нас оценен пока один, вот она. Сейчас у нас еще появится тут оценочка за трючок. Оцененный он появится у нас сразу вот здесь, потому что здесь идет три оцененных трека, потом идет номинации, которые ребята забирали, да, давайте оценим трек, трек мы, получается, оценим либо «Ночь», ой, не туда смотрю я, прошу прощения, какой «Ночь», либо этот, либо «На белом», либо «Преступник», да, но лучше оценивать, конечно, то, что ребятами поется отдельно. То есть, если это «Каспийский груз», группа лучше без фитов. Если треки более-менее равнозначные, все-таки у нас есть торчок с «Геопикой», да, поэтому все-таки «Преступник», мне кажется, он будет более корректно оценен. Поэтому погнали. Я думаю, что «Преступник». И тут еще баллов больше он получит за битос, да? Наручники надели в отдел. Сколько ходок в моей аудитории. У нас больше секретов, чем у Виктории. Это больше будет, ребят, это больше будет. Актуальный жанр побольше, да? Я влезаю в истории. Север, солнце над морем на запястье. Проглотил якорь, съебал санчасти. За преступника, вау, правда, девочка. Угнал Пежо, сдал на запчасти. Забрав иконки с бардачка, это на счастье. Не произноси, а уевсуя. Хит альтернатива, законы пишут, строки рисуют. Исполняя в караоке воровскую. Пацаны рискуют, эй. Плетки запеленал. Намечается криминал. Тут не пахано целина. То ли с воли уделена. Нужно стоп. Завышает, за что именно, бро? За что? За что? Вот тут, может быть. За что, не... за что завышено? Че не так у них? Самобытность? Пацаны нереально чувствуют свой стиль и харизму. Ну нереально просто. Рифмы образа, обалденная работа образом. Бит прочувствован. Чё не так? Чё не так? Не знаю, чё не так. Скажи, напиши. Завышает, потому что... Обсудим что. Ты в мехах, малая в мехах. Есть связи над ней в верхах. На голове за лысину и седина. Но мы что-то ещё мутим, старина. Что вы умеете делать? Все. Стрелять. Да, вот эта история, интерлюдия небольшая, да, пацан. Вообще по делу документы, принять роль, написать статью, петь. Ух,
нахуй, сколько у тебя там антител. Узнал про мои пять дел, и ты припотел. Огнестрел для меня звучит как джингл беллс. И все, что ты имел в виду, уже кто-то имел. Ты нарвался на кавказскую борзую. Не газуй путевку, быстро тут организуй. Безвизовый строгий режим. Видосик посвежее. Дай бог нам все пережить. Да пойми, тут найти себя можно и в поле. Грустнее, чем про мамонтенка, ты песенку спой мне. А факт, что ствол холодит поясницу, меня не беспокоит, но всем, бля, беспокойно. И мы погоним, уёбкам не давать покоя. Едем в Балагое на дело благое. А я в двух случаях опущу глаза. Передо мной либо хасбик, либо покойник. Плетки запеленал, намечается криминал. Шикарно вообще капа стоит, обалденно. Вот и баланс инструментала с акапеллой по громкости. Стоит акапелла, сведено обалденно. Кто схватил вообще? Есть связи на дне и в верхах. На голове залысина и седина. Вот это флейта, да, справа? Не знаю, какая сторона. Werner Sound сводили, да? Спасибо, это было круто, реально. Записывали, сводили Werner Sound. Очень-очень хорошая работа, чуваки. Реально, очень хорошая. Очень-очень хорошая работа. Да, 80 баллов. С очень... Хит альтернатива, номинируем 100% этот трючок. Преступник залетел, да. Здесь теперь, конечно же, у нас поменяется эта история. Я же вроде не забыл, да, добавить, ребят. Да, вот у нас 80 баллов сразу, единственный оцененный трек. Вот он тут появляется сразу тут, скоро появится у него обложечка. Тут она уже появилась, вот видите вы, да. И вот здесь, соответственно, она же будет. Поэтому вот у нас залетает на наш сайт «Каспийский груз». Спасибо большое ребятам за возвращение. Спасибо большое за то, что они продолжают хорошо, качественно работать с текстами, не халтурят, пытаются делать разнообразие, залетают и новые биты. А вы не пропускайте трансляции, заходите сюда на голосовалки синглов и прочую всякую интересную историю. И сейчас мы приступаем к разбору синглов. Спасибо, друзья, да, за альбомчик, это было интересно.